Всем здорова, друзья, я WinGamerPlay, и мы продолжаем играть в DravaHead. Но прежде чем мы начнем проходить второй стадион, мы зайдем в автомат и потратим просто 1149 монеток в автомат. Кинем их, и нам выпадет какая-то машина, я точно не легендарная. Или трасса. Ну, обычный шлем выпал. Блин, панда, капец, у меня какая-то... Так, это что у нас? Новая арена, бункер, ладно, что дальше будет? Опять шлем выпал, ну что тебя? Панда? Блять, только что выпало. Ладно. Да, опять шлем, ну что ж так не везет? Машина лучше. Новый уровень, царь горы. Ах, нихера себе. А ну че? А, я помню, царь горы этот. В принципе, можем посмотреть, что это за царь горы, ну... Вот. Короче, больше машин надо убить. Ну, результат 0, понятно. Сколько? Иди нахер. Короче, вы поняли, тут царь горы, надо просто тупо больше машину грохать, это все вот так. Бля, тут это вообще было такое жестко. Блять, перемотнулся, блядь. Сука, сюда подошел. Кстати, я помню, один способ нашел, где можно бесконечно было машины ебать. Помню этот способ. Вот, ну уже 9 машин я угрохал. Давай, едь, вот, на. Сука. Мне кажется, тут тоже бесконечно будет, пока вот сейчас на вот этом, на второй платформе машина не появится. Короче, вы поняли, друзья, царь горы там тупо на выживание и разъебание машин. Ладно, мы заходим во второй стадион. Какой? Так, ну давай в этот, что ли. Вот, тут вообще дохера. Да, вот это второй стадион, он я открыл его, и первое задание, все на пляж, выиграй игру. Сюда, ну тут понятно. Так, я один раз выиграл. На. О, уже новые эти какие-то скины, маски типа. Перевернул нахер. Сука. Вот тварь. Нет. Молодец, выбирайся нахер оттуда. Сука, ну блядь, почти я уже. Так, лады, сейчас мы, короче, его обманем. Так, давай, иди сюда. Перевернись уже, сука. Блядь, мы еще 2 раза выиграем. Сейчас решающий у нас будет. Так, о, комбайн. Нет, комбайн не надо. Давай. По идее, он должен там был оказаться, но, блядь, я... Блять, ну это легко, сука. Я такие, блядь, задания проходила. Это прям не могу обычно. О! Нихрена себе нитро ты себе сделал. Ну что за невезение, блядь. Сука, со себя грохнул. О, ну сам себя тоже грохнул.
Вот это вообще было классно, эпически так. Давай, давай, давай. Есть, мячик помог мне, молодец. Сука, назад, назад, назад. Блядь, еще без колеса нормально. Пиздец. Ну как вот ты так? Сука, ну что за задание? Ну легкое. Есть, неужели? Блин, как будто я вообще не умею играть. Такое чувство. Мячик чуть, блядь, не по башке не ровно. Блядь, как он от мячика уворачивается? Неужели я наёбан? Пираты ёбаны. А, блядь, опять я с этим драфтером. Есть, задним колесом прям поебал ему. Есть, это он тоже не круче, блядь, ебал. Сейчас еще один раз выиграть и все. Неужели? Задание выполнено. 20 монеток, блядь, забираю. Так, второе задание. Вечеринка на пляже, победи 3 врагов. Блядь, вообще, эта машина вообще хуёвая. Вообще невозможно ее срулить, блин, вот я вперед хочу ехать, она вперед не едет. Что за нахуй? Ой, блядь, блядь, блядь. Почему вы сами друг друга не ебашите, блядь, скажите мне. Как они так ездят? Если там вперед нажимаю, он что-то не едет, блядь. Неужели? Так, ладно. Второе задание сделали. Третье задание — пикник под пальмами. Выиграй игру тоже. Ух, ебать. Тут погоночная машина. Так, что-то есть что-то. Ай, блин, сам себе юный. Пошел нахер. Давай, давай, давай. Ебать, да, да, классно. Ой, кстати, не заметил, что опять на этой галимой тачке был. Давай, сука, лодочка, лодочка. Назад надо. О, комбайн. Это было все классно, на пальме так потанцевал. Ой, сука, это мощно. Главное ему заехать, блядь, туда вот. Сука, пальма. Я из метеорита не смог увернуться. Мне кажется, эту игру усложнили даже, блядь, на обычное задание. Блять, выкатил, блядь. Сука, ну блядь, что за пальма, ёбаный? Что меня бесит, блядь. Ты меня бесишь, пальма. Гамбургер! Блядь, конечно, с такими машинами я никогда в жизни не выиграю. О, блядь, это тоже было классно. Как не ёбнулся, блядь. Давай, 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 давай! Еее! Неужели 2 раза выиграл? Блядь, лодочка. Приземлился, тебе наебали.
Так, опять гамбургер. Что-то тут не было. Перевернул меня, ебаный. Как на гамбургер? Да, я так все делаю, сегодня не пройду, походу. О. Еще один раз выиграть, ну блин, это изи вообще. Несколько на минуту пал, значит. О! Да неужели я прошел третью миссию? Четвертая. Марсианские каникулы. Победи четырех врагов. Блять, еще на планете. Блять, ну ты вообще, блядь. Ты разучился эту игру играть, вообще, блядь. Одного ёбнул, а другого мне на бошку. Что это за лодочка? Сука, залагал! Давай, ебашу! Есть, мы сами друг друга поебашили. Благодаря тому, кто заебал. Ну, залагал, блин. Заебал, залагал. Пятое. Суперзвуковые пески. Победи четырех врагов. В смысле суперзвуковые? А, да, я помню. О, ну это на изи было. 20 монет. Шестая миссия. Переполненный пляж. Выживет в течение 15 секунд. Ладно. О, нормально мне ничего не дали. Тоже на изи. Прошли. Сколько тут вообще заданий? О, тут даже больше. Стоп, 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 стоп. 30 заданий, а потом 14 было. Я не могу говорить точно, что я пройду за этот выпуск. Так, седьмой. Горячая летняя ночь. Победи 5 врагов. 5 врагов, это. Слушай, сами там потопились, а? Самоубийцами. Так, восьмое задание. Мороженого хочу, вот я и кричу. Победи 15 врагов. Ох, ничего, 15 врагов. Это драндулеточка? Это все возможно? Здесь. 15 врагов? Мороженое отвалилось здесь. Ну сколько мне, 15, да? Пиздец, 15 врагов. Ладно, сейчас я их, короче, разберу. Да ёж, да не ржал.
Мяч меня заебал тоже. Результат 2, блядь. То на этой телеге вообще невозможно будет победить, понимаешь? На этой телеге, блядь, невозможно победить вообще. Понимаешь? О, сука. И вообще на этой, блин, мороженице вообще их не победить, блин. Ну, в принципе, можно как-то. Сука, блядь, вот этот байкер, ебаный. Куда ты вообще взялся? Это вообще, блядь, безвыходная ситуация. У нее мощности нет, вообще не понимаю. О, тупо вот так, так вот так. Да, реально, опять вот так, так тупо. Ну, тупо сами ебут. Все, реально, сами ебут. Ой, еще три тела, наверное. Ну тупо стена, блядь. Я выполнил задание тупо стою, как, блядь, бревно. Капец, праздник испорчен, 9-я миссия, победи 5 врагов. Ух, ни хрена себе. Да, победи. Ой, блядь, это ж, сука, с фейерверками. Блядь! Нихуя это чудось, типа, не знаю. Всё. Задание выполнено. 10-я. Покоритель забучих песков. Победи 5 врагов. Бля. Мячик, блядь, пришел за мной, ебно. О, бля, баги. Кстати, неплохая машина, я когда-то пробовал, но не ездил. Опять мяч меня ёбнул. Мяч сильнее всех, нахуй. О, мороженица. Вот, блин, почему я так на мороженице не делал? Потому что у меня мороженица хера там. О, лодка вообще. Топовая машина, лодочка. Аж смешно, сука. Под лодку, блин, заскочил. Ну, реально, всё. Что это? Сука. Краб, ну блин, ты же за меня должен, хер я тебе. С ума сходит, краб. Ну, как всегда. Как это, сука, пройти вообще неизвестно. Баги, ты охренел, блин, меня так залазит. О, у меня баги. Ебать. Блядь, не такая возможность была с баги, я просрал ее. Эх. Да я же его съебнул, ну ладно. Ничья же должна быть. Нет. Баги нет. Все-таки ёбнул как-то мне, да? А что ж ты за дрянь такая? Ну это я сам.
Дайте вот мне монстр трап, блядь, какой-то, он сука их положился. Опять крабик меня юрнул, ну шут тебя такой, вообще, блин, что это? О, блядь, вот дайте мне вот эту машину, я буду спокоен, блядь, мне не круто. Пошли нахер. Ух, сука, тут, блядь, на шкарме завелось. Ты хуй, блядь. Неужели? В самом деле я прошел эту ебаную миссию. 11. Летний урожай, выиграй игру. Давай, летний урожай, блядь. Аплодисменты мне, блядь. Я перевернулся, и тут не мог ничего сделать. Нормальный комбайн, блядь. Давай, сука, еби. Молодец, молодец. Уважуха тебе, не труха. Вот это тебе не уважуха. Так, сука, пошел нахуй, порубил тебя. Акула, ёпта, ебать. Да, акула, это мощно. Блять, у нас идет как-то все 3-3, 4-3. Сейчас еще одна раз не ебнет. О, блядь, машина. О, я ее ебнул, молодец. 20 монеток, блядь, заработал, сука, я рад на этом. Так, турбо-черепашки, выиграй игру. Там подарок нарисован какой-то. А, короче, подарок мне какой-то выиграй, да? Ебись, твой коловрат, мать. А-а-а! Ты оторвалась, сука, я нет. Первые черепашки для сегодня. Есть. Ёбнул по башке один разочек и всё нахуй. Есть. О, я понял тактику, как, блядь, ебать. Давайте еще раз вот это. Ага, сейчас в этот раз он. Блядь, как он, блядь, больше меня уже, блядь, рядом. Решающий. Есть, выиграл. Что там за подарок мне, а? Ебать. Выполни задание. Твой приз, черепашка. Нормально. 13. Лето из стали, выиграй. Выиграть игру, типа, да, не? Да, сука, с комбайном я выиграю вообще. А, в принципе, неплохо. Пошел нахуй! Эта машина вообще грозная. Есть, но я ее победил. Кстати, я мечтал эту машину получить. Кстати, по-моему, я ее уже получил. Ну, сука, против этой машины. Ебать тебе. А, у него же ракетница была точно. Как он себя, блядь, не режет, интересно. Все, выиграли нахер. Погнали дальше. Что там еще? Аквариум, победи 5 врагов. А, это тупо по 2-2. Ничего себе. Ох, я только же вертуху сделал. Блядь, гравитация.
Блядь, я так и знал, что меня победит, потому что так долго оно все и шло, блядь. Я тупо буду вот так ездить, чтобы меня не пугать. Да вообще, блядь, скутер это говно ебаное, реально. Вау, вау! Нормально. Дайте мне еще раз машину. О, молодцы. Сука, гамбургер чуть меня не ебнул. Сука, не надо вздыхать. Нет, нет, нет! Сдохнешь, ага. Неужели ты сдохнешь? Так, сокровища пирата, собери все сокровища. Как это мне, блядь, собрать? О, 6 сокровищ я смотрю. Да ты, блядь, одну сдох. Я думал, сдохнешь, да, блядь. Как мы столкнулись с дедбошками, а сука, я все равно сдох. Не, лучше, когда у тебя была гравитация, блядь. Это сокровище, блядь, собрать вообще. Пошли все нахуй. Ты так, блядь, соберешь их нахуй, когда у тебя все, блядь. Дайте мне нормальную лодочку. Ну, блядь. Это будет сложно. Собрать. О, нормально. Сейчас он меня, да, убьет, убьет, я знаю, он меня убьет. Может, тупо на правом так и убьет. Да, блядь, ты вообще вот... Я вообще в шоке, блядь. Так все хорошо, блядь, начиналось, ага. Не бывает ничего хорошо. Чарик, сука. Я не представляю, как я буду финального босса делать. Спасибо, мяч. Я тебе так благодарен вообще. Что-то в пуле ты заспавнился там. Сука, это вообще невозможно, это реально невозможно. Все, я тут сдохну сейчас, да.
Да бля, вообще уже не знаю. Пусть как-то не знаю. Ладно, я попробую вас убивать. Все, вот это если сзади, блядь, заспавнился, то мне пизда. Неужели я сегодня не пройду по мяту? Ну, блядь, мяу! Ну, можно его вообще, блядь, за локацию убить? Меня уже бьет. Ууу, тут это тоже было очень классно. Так, мяч, все, мяч. Ля-ля-ля. Что-то вообще непонятное творится, блядь. Что-то сейчас мяч будет на опасно. Ха-ха, сюда не мяч, это, блядь. Блядь. Хуйня. Реально невозможно, блядь, миссию пройти. Мяч, не надо, не надо, не надо, не надо. Пожалуйста, мяч, уйди нахуй. Блядь, меня сейчас точно мяч ебнет. Вот все, больше четырех у меня никогда не получалось. Охрененно. Мяч, спасибо, блядь. За что только не знаю. Боже, дайте мне пройти эту миссию. Йо. Пожалуйста. Я прошел. Блин. Капец, как это было сложно. Да, короче, я сегодня, наверное, уже не смогу пройти это все. Будет следующий видос, и пройдем дальше все это. Сколько? 15. Половину пошли, прошли второго стадиона. Новое событие, ладно. Да? Рейд на босса. А че это от меня? Хватай билеты, выбирай лучшие тачки. Блять, ладно. Похуй. Так, ладно, друзья, мы сегодня прошли половину второго стадиона, и капец, там было хардкорно сложнее, чем в первом стадионе. Мы будем во втором или третьем выпуске проходить уже дальше. А с вами был WinGamerPlay и DravaHead. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забудьте колокольчик нажать. Всем пока, друзья!